Добрый вечер. Добрый. Куда держите путь? Домой. Добро пожаловать в LoggerHead. Попробуйте наш новый коктейль из категории «Наследие». В его основе водка на копченой гречневой крупе. Молодой человек, будьте любезны, голубчик, рюмку водки. Наконец, ваш коктейль. Простите, но мы не подаем водку. А что вы мне можете тогда предложить? Яков Бернер. Отлично. Попробуем. Что это? Это же наш новый коктейль, Яков Бернер. Мы подаем его на винтажном киевском кирпиче конца 19-го столетия. Знаете, мне очень вкусно. Я чувствую характер водки, настойной на копченой. You met someone who set your bed on your heels. You met someone and now you know how it feels. You gave all your heart to, I gave mine to you. She broke it in little pieces. You lie awake, you sing in the blues all night. You find that life was a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah, you have it coming to you. Goody goody for her, goody goody for me. Молодой человек, будьте любезны, голубчик, рюмку водки. Простите, но мы не подаем водку. А что вы мне можете тогда предложить? Попробуйте наш новый коктейль из категории «Наследие». В его основе водка на копченой гречневой крупе.
Отлично. Попробую. Позвольте. Ну что это? Это же наш новый коктейль, Яков Бернер. Мы подаем его на винтажном киевском кирпиче конца 19-го столетия. Дело в том, что наш бар расположился в историческом центре Киева, бывшей приватной резиденции Якова Бернера, знаменитого киевского купца, владельца кирпичных заводов, мецената и гласного Киевской думы конца 19-го, начала 20-го столетия. Двухэтажный со стороны двора и трехэтажный со стороны улицы, дом номер один Бибиковского бульвара, построил для Бернера архитектор Николаев. Под карнизом даже сохранились инициалы ЯБ и год возведения. Ой, это очень интересно. А архитектора Николаева не Владимиром случайно звали? Да, Владимир. А вы-то откуда знаете? Немного читал о нем. Оказывается, он был архитектором Киево-Печерской лавры и построил трапезную церковь там. Но что самое интересное, он также был архитектором здания купеческого собрания с одним из больших концертных залов. Ничего себе! Да вы отлично осведомлены в истории Киева. Понимаете, дело в том, что когда мы разрабатывали этот коктейль, то мы думали о историческом наследии нашего города. Мы искали определенную преемственность времен, ведь без знания прошлого невозможно создавать будущее. Я абсолютно с вами согласен. Только мне непонятно, почему именно на этом кирпиче вы подаете ваш напиток. Все довольно просто, ведь Бернера в конце 19-го столетия называли кирпичным королем Киева. Ну и потом внимательный гость непременно заметит в толстых стенах нашего бара кирпич с маркировкой Якова Бернера, который до сих пор сохраняет дух величественного старого Киева конца 19-го, начала 20-го столетия. А вот это интересно. Но мне почему-то кажется, что данный кирпич абсолютно отличается от тех кирпичей, которые использованы при строительстве этого здания. Как вы догадались, неужели вы историк Киева? Ну что вы, голубчик, отнюдь. Мне просто кажется, что при строительстве данного здания использовались абсолютно другие кирпичи. Вы правы. Потому что сегодня отыскать кирпичи с маркировкой Яков Бернер довольно-таки сложная задача. Но нам все-таки удалось найти 10 кирпичей, из которых в свое время был построен железнодорожный вокзал в Пирятине. Вы молодцы, я в восторге. Значит, кирпич Якова Бернера использовали в строительстве многих зданий, а не только его резиденции. Ну, конечно. Дело в том, что кирпичи Якова Бернера использовала строительная компания Льва Гинзбурга, который построил педагогический музей, оперный театр и другие. А что это такое? Это книга о нашем баре. Это подарок для вас. Мы дарим ее каждому гостю с этим коктейлем. Это в какой-то степени библия LoggerHead, поскольку вы сможете отыскать всю информацию о нашем баре, начиная от концепции легенды, заканчивая дизайном и спецификой позиционирования. Премного вам благодарен, я польщен. Наконец, ваш коктейль. Яков Бернер. Наслаждайтесь. Знаете, мне очень вкусно. Я чувствую характер водки, настоянной на копченой гречихе. Но что же еще входит в этот чудный напиток? Помимо водки, на копченой гречневой крупе, здесь еще кордиал из акациевого меда и каштана, лимон, абрикосовые и ромашковые ликеры и лавровая эссенция. Это все те ингредиенты, которые отправляют и символизирует дух величественного старого Киева в его вкусовом восприятии. Плюс ко всему, мы подаем этот коктейль в оригинальной уникальной посуде, разработанной специально украинским гончаром в виде каштанового древа, что отправляет нас к киевской символике и ее определенной архетипичности. Прекрасно. Очень хороший коктейль. И вы молодцы, что вы отдаете
дань историческим личностям и прошлому города Киева. Вы молодцы, что объединяете прошлое с будущим, тем самым формируя настоящее. Молодой человек, было очень вкусно, но, к великому сожалению, я не могу с вами рассчитаться, у меня нет гривен. Я мог бы предложить вам царские рубли. Вы такой загадочный гость. Давайте я вас просто угощу за то, что вы цените Киев и его историческое наследие. Как вас зовут, молодой человек? Артем Скапенко. Очень приятно, Артем. Возьмите эту вещь на память. Я очень впечатлен вашим радушием. Не отрицайте, я так хочу. А мне пора. Вечер. Добрый. Куда держите путь? Домой. Добро пожаловать в LoggerHead.